Это пожарная сигнализация в самом центре Барнаула. Торговый центр по сценарию здесь. Возгорание в холле кинотеатра. Посмотрим, смогут ли спасатели спасти людей. Это тавтология от волнения в пылу учений. А вот пожарные в себе больше уверены. Подобные тактические занятия они проводят несколько раз в месяц, чтобы проверить слаженность работы. На третьем этаже произошло возгорание. Учение, еще и проверка аварийных систем здания. В этом торговом центре все сработало на отлично. Из-за экстренного отключения электричества даже не запустился дымогенератор. Так что горел кинотеатр без дыма, но пожарные действовали по сценарию. Как, на ваш взгляд, сотрудники сработали качественно? Качественно и быстро. То есть вы спасены? Да. Этот торговый центр мы выбрали, еще раз повторюсь, что нам в плане очень интересен технически, тактически характеристики этого здания. Потому что, во-первых, здание очень огромное, большая загруженность людей и так далее. А вообще, конечно, мы проводим и на школы, и на другие объекты. Когда почти все эвакуированы уже на улице, сценарий меняется, все как в жизни. Сейчас в штабе операции неожиданно поступила новая вводная, как будто кто-то из спасателей сам пострадал. Сейчас будут спасать уже его. Оказалось, ничего страшного не произошло. У бойца просто вышла из строя рация. Всего же пожарные эвакуировали больше 260 человек и спасли из условных огня и дыма почти 25 кинозрителей. Андрей Дриер, Александр Антропов, «День с толком».